Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Есть ли аппарат». С вами Богдан Петров и сурдопереводчик Нагима Саутова. В начале анонс главных тем. Новые дома и открытие спорткомплекса. Аким области посетил район имени Габита Мусрепова. 5 молочных комплексов до конца 2020-го. Один из них запустили сегодня близ села Чапаева Кызылжарского района. Беречь энергию и давать тепло. Зеленая новинка. Инновационные системы отопления появились на местном рынке. В стране объявлен мораторий на создание объектов квазигосударственного сектора. Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в соответствующий указ. Этот запрет вступил в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до конца следующего года. Первый президент принял министра обороны Нурлана Ермекбаева. В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву доложено о подготовке вооруженных сил страны, а также об итогах уходящего года. Обсуждалось развитие военной медицины. В завершении встречи Ельбас дал Нурлану Ермекбаеву ряд конкретных поручений. Также Нурсултан Назарбаев сегодня принял председателя Национального банка Ербулата Досаева. В ходе встречи обсуждался план развития экономики страны на 2021 год. Отмечено положение мирового рынка в период эпидемии. Глава финрегулятора остановился на мерах по восстановлению экономики и обеспечению финансовой стабильности в стране, а также представил отчет об управлении Национальным фондом и пенсионными активами. Хартия справедливого и добросовестного наблюдения за выборами опубликована в Центре непартийных наблюдений. В ней изложены общие задачи для тех, кто будет следить за ходом электоральной кампании. Документ основывается на Конституции Республики Казахстан и международных пактах. Основные из них – обеспечение безопасности прав избирателей, а также создание наиболее справедливого выборного процесса. Также определены принципы взаимодействия с иностранными наблюдателями. Всего 14 дней отделяют нас от важного политического события. 10 января 2021 года состоятся выборы в депутаты Мажилиса парламента и маслихаты всех уровней. Политические партии продолжают агитационные мероприятия в регионах и встречаются с электоратом. Подробности в следующем материале. Члены Народной партии Казахстана на системной основе планируют продвигать идеи сохранения духовных и семейных ценностей. Партийцы намерены выступить в поддержку национального искусства, начать пропагандировать бренды казахских мастеров и повысить спрос на их изделия. По мнению членов политического объединения, в каждой семье нашей страны должна храниться домбра, а в школьную программу на уроках музыки необходимо включить обучение игре на национальных инструментах. Мне очень импонирует, что Народная партия Казахстана поддерживает и продвигает идею сохранения этнокультурного кода нации, чтобы каждый народ смог сохранить свой язык, культуру, традиции и обычаи, и это было силой такой объединяющей, чтобы каждый гражданин Казахстана понимал национальные интересы. Я считаю, убеждена, что Народная партия Казахстана сможет защитить интересы народа. Избирательный штаб «Нур Отан» посетил Восточно-Казахстанскую область. Партийцы провели около 20 встреч с промышленными рабочими, врачами, учителями, жителями города и области. Основные приоритеты предвыборной программы обсуждались на встрече с коллективом Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината. Члены избирательного штаба встретились с жителями 19-го микрорайона Усть-Каменогорска. В основном горожане озабочены благоустройством дворов, детских площадок, общественного транспорта и качеством коммунальных услуг. Для решения проблем активисты «Нур Отан» разработали конкретные задачи. Также в этот день посетили областной центр матери и ребенка. Укрепление семьи – залог успешного развития. В ближайшие 5 лет будут выполнены все обязательства по социальным пособиям по содержанию семьи. Кроме того, партия «Нур Отан» проиндексирует социальные выплаты с учетом инфляции. На эти цели планируется выделить более 3 триллионов тенге.
Сегодня член Народно-демократической патриотической партии АУЛ Рабига Таксиитова ознакомилась с работой молочно-товарной фермы в Восточном Казахстане. Хозяйство, расположенное в селе Глубокое, производит 36 тонн молока в сутки. Они встретились с работниками предприятия. От имени партии кандидаты в депутаты поделились своими взглядами на развитие агропромышленного комплекса страны. Отмечают, для того, чтобы развивать села, нужно больше внимания уделять молодежи и всячески ее поддерживать. Также обсуждался вопрос о продовольственной безопасности. Работники сельского хозяйства задавали кандидатам вопросы и вносили предложения по развитию села. Когда молодые люди уедут в город, а старые люди уйдут на пенсию, кто будет заниматься сельским хозяйством? Поэтому мы решаем этот вопрос, стараясь помогать молодежи. Кроме того, наша программа включает и иные направления. Шесть основных направлений своей предвыборной программы «Перемены неизбежны» представили члены Североказахстанского областного филиала Демократической партии «Акжол». Одной из них – национальная независимость, которая, по мнению акжоловцев, неразрывно связана с идеей партии «Алаш». Еще один пункт – демократия и парламентаризм, заключающийся в расширении парламентских полномочий, в том числе в вопросе назначения министров, предоставления права проведения парламентских расследований. Следующее не менее важное направление в предвыборной программе партийцев – борьба с коррупцией. Члены партии Акжол предлагают запретить выход по УДО осужденных за коррупционные преступления. Очень важно запретить даже после отбытия срока выезд за пределы Республики Казахстан, потому что депутаты нашей фракции ставили вопрос о том, что коррупционеры вывозят огромные деньги за пределы республики, а затем, отсидев сравнительно небольшой срок, уезжают к своим капиталам. О пяти основных направлениях своей предвыборной программы представители партии «Адал» рассказали сегодня на международной конференции в режиме онлайн. На встрече приняли участие дипломаты из более чем 10 стран-членов Европейского Союза. В частности, были заданы вопросы о развитии малого и среднего бизнеса. Стоит сказать, что с 10 декабря кандидаты в депутаты Мажилиса и Маслихата провели более 3600 встреч. Охвачено около 73 тысяч человек. Цель партии – развитие всех регионов страны, а не только отдельных городов. Партийцы отмечают, что действующие стандарты областного развития устарели, поэтому необходимо кардинально изменить политику в этом направлении. Все они внесли свои предложения, замечания, высказывания, заявления. Мы все это соберем и адаптируем. Мы ведем агитационную работу на двух уровнях. Первый – настоящие встречи. Все они проходят с соблюдением санитарных мер. Кроме того, организовываем мероприятия в онлайн-формате. И к новостям Северного Казахстана. Район имени Габита Мусрепова преображается. На месте пустырей частники строят дома для своих работников, а руководство области продолжает развивать спорт и строит физкультурно-оздоровительные комплексы. Глава региона Кумар Аксакалов с рабочей поездкой побывал в районе и ознакомился с ходом строительства домов и посетил церемонию открытия спортивного комплекса. Забота о своих сотрудниках, создание комфортных условий – залог процветания предприятия. ТО «Ишимгарант» занимается хранением зерна. Работают на производстве 60 человек. Хорошие условия труда плюс качественное жилье. Что еще нужно населению? В этом году руководитель предприятия начал строить дома для своих сотрудников. Уже есть 7. Стоимость одного составляет 14 миллионов тенге. Площадь 118 квадратов. В прошлом году на селе мы 428 домов построили. Так. В этом году 800 домов строим в сельской местности. Из них, из 800 домов, это 150 домов руководители предприятий для своих работников строят. Вот это важно. Остальные дома, значит, мы для тех, кто хочет к нам переехать, но вот 150 домов, это те дома, где руководители для своих работников. Плюс с будущего года по поручению президента будет субсидироваться расходы руководителя по строительству частных домов для своих работников. Это тоже хорошее будет подспорье. Перед началом строительства планировку обговаривают с будущими жильцами. У кого-то несколько детей, следовательно, нужно сделать больше комнат. Каждому индивидуальный подход. Установлены пластиковые окна. Каждому дому подведен свой газгольдер. Дома просторные, а главное теплые, уверяет директор ТО. Отлично, хорошо. Крытый хоккейный корт в каждый район. Еще в прошлом году глава региона говорил о начале реализации этой идеи. На сегодня они есть уже в 7. Теперь к списку добавился и район имени Габита Мусрепова. На реализацию
реабилитацию потратили 72 миллиона тенге. Но это того стоило. Местным хоккеистам не придется перед игрой несколько часов ходить с лопатой, чтобы очистить корт. Да и другие природные условия стали не помехой. Я играю за команду хоккейный клуб «Локомотив» Габита Мусепова. Мы очень довольны, что построили крытый корт, так как нету ветра и более тепло. Большое спасибо Акиму района, Акину области, что такой стадион построили. Ноги не стоят на месте, все рвутся в бой. В числе первых, кто опробовал новый лед, стал глава региона. Кумар Аксакалов сам много лет играет в хоккей. Даже несмотря на свой загруженный график, он занимается спортом. Как вам лед? Лед нормальный. Спорт же всегда хорошо. Тем более радостное событие для новой Шимки. Построен крытый хоккейный корт. Поэтому это для молодежи, для детей, для проведения полноценного чемпионата области, который будет на будущий год, мы планируем. Когда люди занимаются спортом, это же здорово. И здоровье человека в его руках. А чтобы после тренировки хоккеистам не приходилось идти по морозу в раздевалку, между ней и кортом установили специальный теплый переход. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, служба новостей. В этом году руководство области поставило перед собой амбициозную задачу – начать строительство 11 современных молочно-товарных ферм. Справиться с ней удалось. 5 комплексов запустят до конца 2020-го. Один из них находится недалеко от села Чапаево в Кызылжарском районе. На открытии новой молочно-товарной фермы побывал глава региона Кумар Аксакалов и наша съемочная группа. ТО «Кызылжарсуд» существует всего лишь 5 лет. В основном занимаются растениеводством, сеют зерновые и масличные культуры. Но пришло время отходить от одностороннего развития. И в этом году недалеко от села Чапаево в Кызылжарском районе предприниматель Мият Тулигенов построил современную молочно-товарную ферму. Объем инвестиций составил больше 3 миллиардов тенге. Направление животноводства выбрали именно молочное направление. Почему? Потому что на все это повлияла, конечно, господдержка. То есть этот бизнес, он такой непростой. Поэтому самостоятельно, без господдержки, заниматься этим тяжело. На животноводство выделяются достаточно хорошие механизмы в виде кредитования, субсидий и так далее. Кредиты от 4 до 6%, там, в зависимости от института финансирования, до 10 лет. Со сроком каникул 2 года. То есть очень удобные такие механизмы. Которые позволили создать 35 новых рабочих мест. Сейчас штат укомплектован только наполовину. Средняя зарплата по предварительным подсчетам будет составлять 150 тысяч тенге. Молочно-товарный комплекс рассчитан на 720 голов. Пока завезли чуть больше 200 симментальской породы. Коров закупили в Германии. Производить тут планируют около 4000 тонн молока в год. Медицинская норма на одного человека в год — это 340 литров потребления в нашей стране считается. То есть только вот одна ферма, производя в год 3600 тонн молока, обеспечивает 10 тысяч человек молоком в год. То есть эта работа, она будет продолжаться и на будущий год. Мы на будущий год уже также будем строить 10 новых ферм. Соответствующие средства в бюджете 2021 года, они уже предусмотрены. Современные технологии сейчас внедряют во все сферы. Такие комплексы не исключение. Цифровые фермы позволяют увеличить производительность труда на 50%. Кроме этого, на каждой корове есть специальный датчик, который каждый день оценивает состояние поголовья. И в случае возникновения проблем со здоровьем или другими моментами, сразу же подает сигнал на пульт диспетчера. Кстати, первая цифровая ферма в стране появилась именно на территории Северо-Казахстанской области в 2004 году. А сейчас, значит, вот открывающиеся фермы, они только все цифровые, все автоматизированные. Если раньше работало огромное количество людей, то сейчас, значит, намного меньше. И, соответственно, и высокая производительность, она позволяет нам, одному человеку, делать очень много работы. Но с открытием молочных комплексов не стоит забывать и о мясном направлении животноводства. В этом году начали строительство 2 откормочных площадок на 13 тысяч голов. Пока завезли только 600. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, служба новостей.
За сутки в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 57 случаев инфицирования COVID-19, в том числе 37 с симптомами заболевания и 20 без них. Лабораторные анализы методом ПЦР отобраны у 46 граждан по эпидемиологическим показаниям, у 4 завозных с профилактической целью и у 7 для эпиднадзора. В области задействовано 4 лаборатории, проводящие ПЦР-исследования. На период пандемии по области проведено исследование на коронавирусную инфекцию 207 426. Продолжаем наш выпуск. Запасы стабилизационного фонда реализуются в регионе через аптечные пункты медучреждений и розничные аптеки. С перечнем лекарственных препаратов покупатели могут ознакомиться на специально размещенных информационных листах оранжевого цвета. Одним из реализаторов лекарств по сниженным ценам является сеть аптек «Мое здоровье». Лекарства по стоимости ниже рыночной отпускают по фиксированной цене. Сеть аптек «Мое здоровье» одними из первых изъявили желание помочь в этой инициативе и реализовывать препараты стабфонда. На видном месте разместили листок оранжевого цвета с перечнем всех представленных лекарств. Здесь полностью наименование препарата, цена его, которая ниже рыночной, соответственно, дешевле реально. Вот, люди приходят, спрашивают, как бы уже... Есть результат, мы видим, что людям нравится, это, конечно. 21 наименование препаратов из стабилизационного фонда сегодня можно купить в любой из 4 аптек «Мое здоровье» в городе Петропавловске. В списке лекарств по сниженным ценам представлены противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные и антигистаминные препараты. На оптовом рынке эти лекарства дешевле на 15-20%, а для конечного потребителя они сегодня уже дешевле порядка 25%. Посетители аптеки, граждане наши, люди могут ориентироваться на оранжевый листок, который в аптеке есть. Если его нет, ну, тогда, значит, там этих лекарств нет со стабфонда. В каждой из аптек «Мое здоровье» лекарства из стабилизационного фонда отпускают не более 5 упаковок препарата в одни руки. Делается это для того, чтобы избежать спекуляции. Стабилизационный фонд начал свою работу в начале декабря. Анастасия Дроняк, Самат Есенгалиев, служба новостей. Зеленая экономика – это прежде всего новые отрасли, которые помогают сохранить природу страны. Уникальные методики призваны помогать и приносить пользу людям. Так, организация «Агрокомплект СК» продвигает свои технологии во всем Казахстане уже на протяжении 10 лет. «Агрокомплект СК» занимается установкой системы отопления «Плен». Она позволяет в первую очередь беречь энергию, поддерживать комфортную температуру в помещении. Работает по принципу солнечного тепла, то есть система устанавливается на потолок, что делает самым теплым местом в комнате пол. Срок эксплуатации до 50 лет. Жидкая теплоизоляция – тепломет. Краска работает по принципу зеркала. Прежде всего, позволяет снизить потребление энергии и сохранить тепло в помещении. Это пленочный лучистый электронагреватель. Значит, в его основе, ну, это пленка. Пленка ламинированная, заламинированная. Там резистив алюминиевый. Многослойный. Вот. Ну, дальше это секреты производителей. Ну, сам факт. Влагозащищенность идеальная. Управление криминальной полиции сообщает, в предновогодние дни не исключена активизация сетевых аферистов. Полицейские просят предупредить пожилых людей о недопустимости передачи персональных данных по телефону или через интернет. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Жительница Петропавловска Евгения Захарина на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и попросил продиктовать реквизиты банковской карты. Якобы были зафиксированы подозрительные транзакции. Мужчина разговаривал вежливо и убедительно, однако сразу отключился, как только услышал, что у девушки нет карты. Дело в том, что по месту своей работы Евгения получает заработную плату на руки наличными, без использования карточки. Горожанка не стала писать заявление в полицию, так как, по ее словам, не понесла никакого материала ущерба и убытков. Тем не менее, неравнодушная девушка сразу же проинформировала об этом случае оперативников криминальной полиции. Я слышала, знаете, но не верила, как бы думала, ну позвонили, может быть, один раз, два, там, да, там посмеялся, может, кто-то подшутил. У нас же очень много любят разыгрывать. А когда сама столкнулась, как бы, ну, не более это приятно особо, когда тебе звонят и
просит продиктовать того, чего у тебя нет. Оперативники областного и городского полицейских ведомств регулярно проводят разъяснительную работу. В канун главного семейного праздника Нового года многие люди ищут подарки для близких на сайтах объявлений и в социальных сетях. Злоумышленники, зная об этом, ежедневно придумывают новые криминальные схемы и методы. Напоминаем, что чаще всего североказахстанцы попадают на уловки мошенников на сайтах OLX, Колеса и Инстаграм. Одной из популярных схем за владение денежными средствами является телефонный звонок из банка. В ходе разговора мошенник представляется сотрудником службы безопасности банка и поясняет, что по вашему счету происходят мошеннические операции по списанию денежных средств. Цель мошенника – любым путем получить информацию о реквизите банковской карты. Звонок жертве рассчитан на внезапность. Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, необходимо ни при каких обстоятельствах не сообщать никому своих персональных данных. Пин-кода банковской карты, номер счета, а также CVV, когда расположен на обратной стороне банковской карты. Также в управлении криминальной полиции просят отказаться от участия в сомнительных акциях, ссылки на которых в последнее время все чаще присылают в чатах WhatsApp. Как правило, это ссылки в мошеннические интернет-ресурсы, копии сайтов известных интернет-магазинов, банков и компаний. При переходе по такой ссылке злоумышленники разными способами пытаются завладеть вашим логином, паролем и другими персональными данными. Айман Кузимбаева при содействии департамента полиции. К другим темам. Спортсмены Североказахстанской области по тяжелой атлетике занимают призовые места не только по стране, но и во всем мире. 14 октября стартовали сборы, которые длились 3 месяца. С какими результатами члены сборной Казахстана приехали домой, узнаете далее. Сборы прошли в 2 городах. Костанай и Талдыкурган. Северный регион представили 4 человека. Все мастера спорта. Входят в состав сборной нашей страны. В соревнованиях в категориях до 20 и до 23 лет 2 участников заняли 1-е места и 2 человека – 2-е. Состязания проходили онлайн. Этот год у нас был урожайный. Я считаю, в связи с пандемией, конечно, тяжелый год. Но мы старались, работали не только я и другие тренеры. Поэтому у нас есть именно в тяжелой атлетике результаты. В чемпионате Республики Казахстан среди взрослых участвовали спортсмены до 40 лет. Алина Калиушка занимается тяжелой атлетикой уже 5 лет, учится в 11 классе. С недавнего времени является членом национальной сборной Республики Казахстан. Говорит, что добилась всего благодаря поддержке тренера. Я заняла 2-е. Я проиграла спортсменки из Алматинской области. Ей было 18 лет, получается. Я подняла 72-94. И выполнила мастер спорта международного класса. К слову, в июле следующего года наши спортсмены примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Саудовской Аравии. Североказахстанцы усиленно тренируются и не собираются останавливаться на достигнутом. Мадина Нуркина, Самат Исенгалиев, служба новостей. Предприниматели заботятся о населении. В преддверии Нового года один из бизнесменов Мамлютского района решил обрадовать местных детишек. Делает он это на постоянной основе. Как, узнаете из следующего материала. Кристина Сафонова воспитывает сына Сережу. Он инвалид. 4 года назад у него диагностировали рак. Химиотерапия, облучение – все это дало результат. Мальчик смог поправиться. Но, тем не менее, денег на лекарства уходит много. К счастью, не обошлось и без помощи добрых людей. Местный меценат на протяжении 15 лет с момента основания своего ТО помогает представителям социально уязвимых слоев населения. Спасибо добрым людям. Поддерживают нас каждый год, дарят подарки. Ну, дай бог, сейчас все наладилось. У нас ремиссия уже 4 года. Создать всем детям Мамлютки новогоднее настроение. Такую задачу поставил перед собой местный предприниматель. Семья Сафоновых далеко не единственная, кто получил от ТО сладкий подарок. Всего в этом году они обрадовали больше 150 детишек. Ездим, поздравляем по домам, что хотим, чтобы у детей был какой-то праздник, какое-то веселье. Поднялось маленько настроение новогоднее, чтобы пожелать им здоровья, счастья. Родителям, конечно же, терпения. Такие меценаты есть в каждой деревне, поселке, ауле, района, говорят местные власти. Эти поступки еще раз доказывают, что добрых людей много. Илья Кудряков, Райнбек Бегужаев, служба новостей. Областная детско-юношеская библиотека имени Габита Мусрепова провела онлайн-утренник для своих маленьких читателей. С наступающим Новым годом детей поздравили герои всеми известных сказок. Подробности далее.
На новогоднем утреннике собрались Снегурочка, Баба-Яга, Бык и многие другие персонажи. Их сыграли сотрудники библиотеки и подготовили небольшой спектакль. С начала года специалистами проведено около 300 мероприятий, из них 206 онлайн. Данный формат будет представлен в прямом эфире на наших страницах Instagram, Facebook, YouTube, и где абсолютно каждый может пройти по этой ссылке и просмотреть эту увлекательную утреннюю сказочное представление. Библиотека не прекращала свою работу. По традициям проводились различные выставки, литературные вечера и мастер-классы для детей, только в онлайн-формате. В прошлом году у нас было все в офлайн-формате, то есть мы приглашали наших читателей на утренники, где проходил именно утренник, проходил в детской библиотеке. Это был актив, то есть игры, шутки, прибаутки, которые они всегда играли вместе. Но сегодня мы вот решили провести именно в онлайн-формате в связи с соблюдением карантинных мер. В этом году полки библиотеки пополнились новыми книгами. Около 500 новинок. Это фантастика, сказки, рассказы и энциклопедии. Сотрудники с нетерпением ждут новых и старых читателей. Айман Кузимбаева, Адиль Нуржанов, служба новостей. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас на сайте kyzyl.tv.kz и будьте в курсе событий. До встречи!